учителям форма нужна? Обязательно. Поясните. Ну, чтобы дети чувствовали, что они где-то находятся на занятиях. Это их дисциплинирует, детей. Но они лучше там будут усваивать занятия. И вести себя будет лучше на уроках. Ну, я думаю, учителям можно было бы тоже. Хотя мы и так ходим замечательно, выглядя. А вы учитель? Да. Ну, если бы вам сказали, что форма обязательно? Я бы не отказалась. А почему? Ну, не знаю, мне нравится, когда все выглядит солидно, стильно, красиво. Скорее всего, какая-то должна быть. Какая? Ну, не знаю, строгая, элегантная. Всем нужна форма. Всем, чтобы ясно, кто идет. И уважать этой форме нужно. Учителям нет, точно не нужно. Почему? Ну, а зачем учителей-то подстраивать под форму? Мне кажется, учителя-то никогда ведь форму как таковую не носили, насколько я помню. А для учеников должна быть единая форма, я так понимаю. А учителям не обязательно, мне кажется. Нет, наверное. Поясните. А? Поясните, почему? Ну, во-первых, значит, зачем она нужна? Вот ну так вот. Если разобраться, значит, что выделяться как-то. Учитель, ну, приходит, всегда должен выглядеть хорошо. Он одевает, поэтому каждая форма, она к одним подойдет, к другим не подойдет, мне кажется. А он все-таки, он эстетично должен выглядеть, правильно, по сравнению с другими. Какие-то стандарты все равно должны быть, так, ну, как бы, я думаю, так. Как-то зачем? Не знаю. Как-то настраивать на рабочий лад, как-то все равно не придешь, в чем попало. Мне кажется, так. Ну, наверное, нужна. Спасибо. Ну, чтобы выглядели хорошо, как бы достойно. А сейчас учителя выглядят недостойно. Ну, хоть, ну, одеваются, да, они нет, все. Вопрос не в этом. Раз вводится форма одежды для учащихся, то, соответственно, должна быть и для учителей в таком плане. Для учителей, естественно, для всех все должно быть одинаково. Потому что учитель, он эталон для подражания. И дает пример детям. Поэтому ему тоже необходимо быть тогда в форме. А вы как считаете? Я считаю, что тоже должна быть форма. Потому что мы сами практические педагоги уже, поэтому мы за это. Вы согласны носить форму? Конечно. Нужна, нужна. Чтобы вот сами учителя носили? Да. А почему? Зачем? Чтобы подавать пример школьникам. А они сейчас не подают его? Нет, они подают, но все равно сейчас в нашем современном мире, мне кажется, слишком превышает вот эта вот вульгарность. Знаете, затрудняюсь даже ответить на этот вопрос. Но коль скоро учеников, значит, их должны быть. Ведь нас призывают к строгому форме, так сказать, это, одежды. Да? Угу. Думаю, что да. Ну, то, чтобы не отличаться от учеников или как? А нет, просто соответствующая обстановка обязывает к этому. Учителя сейчас так... У меня 38-й школе знакомая работает. В таких балахонах ходят. Безобразных. Ну, какой пример детям? Плохо одеваются учителя? Ну, не все хорошо. По-разному. И форма, она... Ну, как дисциплинирует. Не будут разглядывать у детей, у учителей это, одежду, будут учиться. Нет, я думаю, нет. Достаточно классического стиля. Не знаю, как-то, ну, в моем понятии, вот, мое воспитание, как вот мы учились... Не знаю, но достаточно было, чтобы учитель был одет просто опрятно. Ну, и, естественно, достойно там. Не вычурно там, не джинсы, как вы знаете, такое вот понятие вот о такой одежде. Вот у меня, например, для учителя. Форма, не знаю как-то. Форма для учеников. Ну, наверное, нужна. Более такое большое потом будет внимание к учителям. Просто очень много молодых учителей, может быть, какой-то дресс-код не помешал бы. А что, молодые учителя неправильно одеваются? Почему? Нет, правильно одеваются, просто сейчас не отличить на самом деле. Когда идет десятиклассница и рядом учительница, можно не, ну, это не отличить. Нет, не нужно. Поясните, пожалуйста. Ну, чтобы элегантно одевались, но не все на одинаковый манер. Красивая, элегантная, не вызывающая. Чтобы дети видели, как можно одеваться, чтобы они были примером в одежде. Вот, чтобы пупки не торчали, как говорится, и короткие не были. Ну, вот такая нормально красивая длина. Ну, я думаю, что не стоит. Но примерно должна быть статус у школьников.
если в школе определили, допустим, черную или синюю форму, да, строгого стиля, то, я думаю, учителей должны придерживаться к этому стилю. Там непрозрачные кофточки, допустим, не высокие юбочки, но я думаю, так. Обязательно учителям, а зачем учителям? Ученикам это даст, учителям тоже, что ли? Не знаю, это надо подумать.